для которого лучшим сезоном пока, во всяком случае, является сезон Олимпийского Сочи. Сезон года 2014, когда он был 7-м на играх и 7-м на чемпионате мира. Потом последовал некий спад, серьезный перерыв в выступлениях. И вот Хан Янь вновь на чемпионате мира и вновь в ранге чемпиона своей страны. И, кстати, спортсмен, который может выполнять сложнейшие элементы, особенно его один из коронных элементов, это тройной аксель, собственно, сказка о тройном аксель, тройной дулуп, и начинает свой прокат Хан Ян. Знаете, ну, может нравиться эта музыка, может не нравиться, но самое главное, да, это музыка из кинофильма «La La Land», и, ну, видно, что немного расстроен, возможно, ему немножко тяжело сейчас, потому что действительно была некого рода пауза в его спортивной карьере, но что я увидел, возможно, сейчас, да, мы видим какую-то небольшую тяжесть, но этого не было этого ощущения, не было ощущения тяжести, была какая-то легкость.
Я понимаю, что спортсмены сконцентрированы каждую секунду. Они продумывают свой дальнейший ход. Что дальше? Голова должна работать каждую секунду, потому что вот как, например, в теннисе есть, да, unforced error. И вот сейчас, да, это невынужденная ошибка. И вот сейчас случилось падение на тройном Луце. Шикарнейшим образом исполненный прыжок, пролетный. Вообще Ханьян наславится именно высотой и пролетом на прыжковых элементах. Вот сейчас вот тройной его, один из самых коронных элементов. Смотрите, какой пролет. Чистейшим образом выезд с него и хороший тройной тулуп на плюс, плюс 2, плюс 3, плюс 4 даже ставят некоторые судьи. И вот это падение вот просто чуть-чуть как бы испортило впечатление, смазало, я бы даже так сказал. Но вы как видите уже сами, это абсолютно другая лига спортсменов, да, хоть Лига Европы, там были отборочные игры, а сейчас уже пошли серьезные матчи. И Ханьян, конечно, один из топовых спортсменов. На протяжении многих-многих лет мы наблюдали за его карьерой. Конечно, как Саша правильно отметил, да, он был и 7-м на чемпионате мира и 7-м на Олимпийских играх в Сочи. Ну, желаем ему скорейшего выздоровления. Мы не хотим терять, конечно, безусловно, мир фигурного катания дорожит такими спортсменами, как Ханьян. Ну и вообще он обладает таким скольжением, такой пластикой, которой, в общем, немногие могут похвастаться. И эта разминка, вот та самая разминка, которую ты, Леш, регулярно сравниваешь с Лигой Европы, она как раз наполнена фигуристами с очень высокой второй оценкой. Посмотри, здесь помимо Ханьяна еще и Джейсон Браун, и кореец Джун Хван Ча, и Кевин Аймос, который, в принципе, наполняет свои постановки различными фишечками. Кевин Аймос – это вообще какая-то другая планета. Посмотрим, что он сегодня нам покажет. Но он реально поразил меня в короткой программе. Таких спортсменов можно по пальцам пересчитать. И в этой группе очень приятно, вполне себя комфортно ощущает Евгений Семененко, которого мы совсем скоро увидим на льду и которому будем отчаянно желать удачи. Ну а пока посмотрим за оценками китайского чемпиона. Кстати, он выступил существенно лучше, чем более титулованный Боян Цзинь. Ханьян набирает 153,8 балла, и по сумме он сейчас второй, немножко уступая только Даниэлю Граслю, итальянцу, у которого 242 и 235 баллов. Результат Ханьяня, между ним и Граслем разница в 7,5. Так что вот такие.